Да, мамуль, привет. Ты знаешь, сейчас не могу говорить, занят немножко. Нет, мамуль, сегодня не приеду. Да, я тебе говорил, ты, наверное, забыла. Нет, мам, еще не обедал. Нет, мам, ну что я, маленький, что ли? Ну, поем, пообедаю в кафе. Да, взял шарф, шапку. Мам, больше не могу говорить, целую тебя. Ага, давай. У нас закрыто. Стакан молока, пожалуйста. Вот ключи от квартиры. А это ключи от машины. Она возле дома стоит, десятка вишневая. Сейчас адрес запишу. Мужчина, у нас закрыто. Ой, извините. Эй, закрыто? Открыто. Ночную. Завтра, завтра. Везет тебя, я в ночь. Привет. Здорово. Ну ладно, все, увидимся. Жене привет. Да, давай. Службу начнешь в убойном отделе. Коллектив там хороший. Да-да. Товарищ генерал, разрешите войти. Заходите, Максим Андреевич. Присаживайтесь. Вот пополнение. Знакомься. А, Даниил Поляков. Платов Максим Андреевич. Направлен к нам после успешного окончания учебы. Красный диплом, между прочим. Для дальнейшего прохождения, так сказать, службы в рядах. Короче, прошу любить и жаловать. Введи молодого бойца в курс дела и... Да, в общем, все. Желаю успеха. Товарищ генерал, можно с вами? Свободно, Поляков. Товарищ генерал, ну у меня все-таки убойный отдел. Я же просил направить ко мне опытного сотрудника, а не ботаника необстрелянного. Подожди, Максим. Ну подожди, ну не кипятись ты, Максим. Ну, парень хороший. Образование. Да мне не образование нужно, а опыт. Убийца ловить. Ну, а где я тебе опытных-то найду, а? Воспитай. Я их что, на грядке, что ли, выращиваю? Максим! Товарищ генерал, у меня... Все, хватит! И не морочь мне голову! Ты просил сотрудника? Получи. Разрешите идти? Иди. Олейник, слушаю. Пан Анджей, как здоровье нашего польского друга? В нашем возрасте пора уже думать о здоровье. Бабы и виски его не добавляют. Вторая партия будет через 5 дней. Ну, максимум через неделю. Все, я понял, понял, понял. Давай, пока. Пшик дешевый.
ее починить. Капитан, а где мне? Знаешь, говоришь, милицию по призванию. Да, по призванию. Я с детства мечтал. А это практику где проходил? В аналитическом отделе. Понимаешь, Даниил, работа у нас опасная. Не с бумагами делаем им, а с преступниками. Злыми, опасными, коварными преступниками. Ты, кстати, женат? Да. Мы вот недавно расписались. А дети есть? Не, пока нет. Но мы очень хотим мальчика. Чтобы как отец продолжал семейные традиции, бороться с преступностью. Да, слушаю. Ага. Так где же она? Не тебе. Твою мать! Да не тебе! Диктуй адрес. Хорошо, хорошо. Там еще бармен был, его тоже пришлось зачистить. Минуту. Да, Константин Владимирович. Какие у нас дела? Все в норме. Клиент упакован. Что с товаром? Выясняю. Как выяснишь, сразу ко мне домой. Понял. Что? Зубов. Да. С Зубовым я обо всем договорился. Проходи, Миш. Он уже готовит самолет. Если все пойдет так, как надо, в ближайшие дни он может вылететь. Понял. Все? Да, до связи. Приветствую, Константин Владимирович. Привет, привет. Анжей звонил. Чем-то обеспокоен. Лично проследи, чтобы все было вовремя. А проблемы возникли с немцами. А мы разве в 45-м не все проблемы с немцами решили? Они, так сказать, недовольны качеством товара. Ну так разберись с немцами. Ты же у нас полиглот. Объясни им на их немецкой мове, что товар у нас качественный. Если у них там на их немецчине целая цепочка посредников разных, то пусть там крысу и ищут. Хорошо, я передам это Матиас. Лишь бы цену не сбивали. Остальное все фигня. Свободен. Что? Свободен. А. Что еще у клиента было? Вот. Так это все нормально? Тогда что по поводу оплаты? Все как договаривались. Здесь 10 штук. Ага. А точно 10? Пересчитай. Да не, я верю. Верю. Ну и славно. Но тогда, если будет еще работа, звоните. Обязательно. Счастливо. Из калаша. Для такого помещения достаточно было бы и пистолета. Явно заказуха. Работал не профессионал. Хотелось бы мне знать, где находится это учебное заведение, которое готовит киллеров-профессионалов. Сэкономил заказчик. Нанял какого-нибудь контрактника. Тот использовал свой боевой чеченский опыт. Он рванул от живота.
короткими очередями, да, Лёх? Очень похоже на то. Причем стреляли прямо от двери. Что это? Спарта. Я вижу, что не сберкнижка. Нахрена они мне? Потерпевшего нашли, на. Раз, два, три. Что, все его? Угу. Ого, у меня один. И то гражданский. Загранпаспорты некогда сделать. Пересчитываешь? А? Что? А говорил, верю, верю. Эх ты! А! Начнем. Панкратов. О, Максим Андреевич, тезка. Гражданин России, город Москва, прописка. Березовая аллея. А этот где? Кто? Ну, мой новый напарник. А, это что ли? Вон, свидетель опрашивает. Подробнее, пожалуйста, как это все произошло? Ну, у нас мы перерыв. Инициативный. Сочувствую. Посмотрим. Далее. Нос, Богдан, опять же Андреевич, гражданин Украины. Слушай, иногда такие фамилии встречаются, хоть стой, хоть падай. Смотри, вот это еще у потерпевшего обнаружили. О, на нас свои похоже. Что это? Ну, в Средней Азии еще называют нас. Легкий наркотик жуют, потом слюна такая зеленая. А ты откуда знаешь? Пробовал. Да ладно. Никому не говори. Шутка. Итак, третий. Капитонов Всеволод Дмитриевич. Гражданин Хаджистана. Угу. Странная фамилия для Хаджистана. Более чем. Ну и кто же ты из трех, а? А, это ты. Проходи, присаживайся. Какие наши дела? Это что? Товар здесь. В каком смысле? Я думаю, даже уверен, что героин находится в одной из этих скульптур. С чего ты взял? Каталог был среди вещей курьера. Ну и что, может, он на выставке был. Искусством интересуется, так сказать. Выставка откроется только через неделю. Вот этот художник из Карахада. Все его работы завтра привезут в Москву. Вы посмотрите повнимательнее, из чего эти скульптуры сделаны. Да из мусора какого-то. Пустые бутылки пластиковые, железные банки. Ты что, думаешь, что контейнер с грузом в одном из этих сооружений? Да. Камалжон, это что, фамилия? Я думаю, псевдоним. А Фарад использовал его в темную или он знал? Я не знаю, но я дал ребятам задание потихонечку прощупать его. Так, у нас с вами встреча через час. С кем? С Рустамом Хидоятовым. Хорошо. Давай встречаться. Ну ладно, я в контору поеду поработаю. Давай. Ну что, отлично. Да ничего особенного. Допросил официанток и повара. Ну и что говорят? Ничего, в момент совершения преступления повар и две официантки находились на кухне, они обедали. Кучерявы живут.
А у них что, обеденный перерыв есть? А, нет, с 11 до 14 обычно очень мало посетителей, они периодически закрывают кафе. Ага. И убийцы они не видели. Понятно. Сдается мне, наш Жмур был очень незаконопослушным гражданином. То есть? Ну, как подсказывает мне моя интуиция, законопослушному гражданину не нужно иметь аж целых 3 паспорта. Хаджистан? Значит, он въехал в Москву по хаджистанскому паспорту. Молодец. То есть, дело связано с наркотиками? То есть, если Средняя Азия – стопудовая наркота. А если он украинских девчин возил в тайной борделе Карахада, а, лейтенант? За мной пройдемте. У нас есть еще один труп бармена, надо его проверить. Ну вот и займись этим. Уважаемый. Да. Товарищ капитан, это вот к вам, хозяин кафе. Здрасте. 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 Чего так долго? Ждем 2 часа. Пробки. Что, готово? Готово. Держи штурвал. Держу. Следи за глиссадом. Вижу. Левее. Еще левее. У тебя крен. Правее. Выравнивай. Выравнивай. Выравнивай, ядрёна матрёна, сейчас бы носом клюнули. Да все, все поняла. Давай, сажай. Присаживайтесь. А что здесь случилось? А позвольте взглянуть на ваши документики. Угу. Воронович Кирилл Григорьевич. Совершенно верно. Капитан Платов Максим Андреевич, лейтенант Поляков. Очень приятно. Так что здесь произошло? Убийство. Убит бармен. И? Слава. Скажите, вам знаком этот человек? Нет, не знаю. Не знаете. А у вашего бармена не было проблем с законом? То есть? Не был ли он ранее судим? Нет, не был. А странных знакомств каких-либо не водил? Слушайте, я не в курсе его знакомств. Как бармен он меня вполне устраивал. Ясно. Спасибо, Кирилл Григорьевич, к вам больше вопросов нет. Но, возможно, мы вас еще побеспокоим. Сейчас я свободен? Да, конечно. Всего доброго. Приветствую. Саша, ну что тут у вас? Товарищ капитан, это что, это все? Это весь допрос? А у тебя были вопросы? Да. На который бы он ответил, не знаю, не в курсе. Ладно, пошли. Да, солнышко мое. На работе. Бедненько. Обязательно. Ну, тогда с тебя романтический ужин и стриптиз. Ну все, радость моя. Мне тут с преступностью надо бороться. Все, целую, до вечера. Давай. Чего ты улыбишься? Не-не-не. Просто раз не скажешь, что вы женат, товарищ капитан. Солнышко, радость. Вот сейчас пойдешь прямо и вон там налево. И как раз через 100 метров будет метро. И скажи спасибо, что я тебе очень вежливо и терпеливо объяснил дорогу.
что, молодец. Для первого раза неплохо посадила, а? Если честно, я до сих пор не понимаю, как у меня это получилось. Так, курсантка Панова. Нет, нет, Вась, я все помнила, весь порядок, все, чему ты меня учил, все здесь. Ну, просто чувство какое-то удивительное, что машина тебя слушается. Это просто нереальное что-то. Так, смотри, у нас с тобой осталось 4 учебных полета, потом самостоятельное пилотирование, это Лен уже без меня. Угу. Вась. Ну? Мы можем сделать один внеплановый полет? В смысле? Ну, в смысле, не днем полететь, как обычно, а вечером? Нет, вечером нельзя. Почему? Ну, потому что нельзя. Запрещено. Правила. Вась, ну правила для того, чтобы их нарушали. Слушай, а зачем тебе это, а? Романтика. Ну, Леночка, ну правда, ну нельзя, запрещено. Ну, кто нам может запретить романтическое путешествие в небе, а? Начальство, это не ко мне. Вась, поговори с начальником школы. Да нет, ты что, он меня пошлет. А ты с ним убедительно поговори, а, Василий? Ну, я знаю, это может быть убедительно. Ой, лиса, а? Ой, лиса. А зачем тебе это все? Романтические путешествия, м? Ну, хорошо. Мне нужен горячий материал. Не понимаю. Вась, я журналист или где? Мне нужен материал про химзавод. Читал, наверное? Ну? Ну, так вот, у них там такая химия творится. Официально к ним журналистов не пускают. Вот я придумала с воздуха поснимать. Ну, хорошо, я поговорю с Зубом. Ну, учти, он меня пошлет. Спасибо. Ты мне только позвони, ладно, как поговоришь? Ладно, позвоню. Спасибо. Я переодеваться. Я, говорит, выхожу и говорю им, минуточку. Рахмет. О, Ворон звонит. Салям алейкум, Кирилл Джан. Что скажешь хорошего? Ничего хорошего. Посыльный серьезно заболел. Когда? Сегодня. Понял. Слушай меня внимательно. Через неделю в художественном центре открывается выставка. Угу. Это выставка одного нашего придурка. Он скульптуры делает из всякого дерьма. Так вот, когда эти скульптуры приедут в галерею, ты должен будешь сообщить мне об этом сразу. Ты понял? А как фамилия этого художника? У него нет фамилии, у него псевдоним Камал Джон. Все, давай, на связи. На связи. Я так понимаю, у нас проблемы? Севу убили. Ну-ка, ребят, прогуляйтесь. Спокойно, Фарад. Спокойно. Второй курьер за месяц. Что, Юра, спокойно? Мы уже потеряли товары на 100 000. И есть маза, чтоб просрём еще на 500 000. Юра! Почему Олейник знает, что мы стали работать на себя? А ты думаешь, это Олейник дела? А чьи еще? Кто-то сливает ему информацию. Кто-то из наших людей, ты понял? Я разберусь с этим. Ты разберись. Я тебе за это деньги плачу. Я не могу потерять эту партию товара, и мы едем в Москву. На сегодняшний самолет уже не успеем. Купи билеты на завтра и займись этим сам. И чтобы ни одна твоя собака не знала об этом. Я понял. Вы, я так понимаю, хотите сотрудничать с нами? Совершенно верно. В таком случае давайте сразу обсудим наши проблемы. С удовольствием. Ради этого я здесь. Мы долгое время работали с Фаратом Батыровым. Но в последнее время он ведет себя, мягко говоря, не по-партнерски.
кинул нас, и кинул конкретно. Мы занимаемся сбытом товара. У нас налажен трафик по России, по Европе. А он решил действовать самостоятельно. Начал искать другие каналы сбыта, вышел на наших конкурентов. Мы стали терять большие деньги. Возникли проблемы с зарубежными партнерами. Так что, если вы хотите сотрудничать с нами, то мы вместе должны решить проблему Батырова. Это не так просто. Он очень осторожен. Если бы он был легкой мишенью, его бы уже давно не было. Вся милиция под его контролем. В Карахаде он практически неуязвим. А где он уязвим? Есть одно место. Прошу. Спасибо. Насколько мне известно, то ли в горах, то ли в пустыне есть тайное убежище. Вот именно по дороге туда его можно достать. Еще бы знать, по какой дороге. Тут все просто. Туда только одна дорога. Нет, ну если я засвечусь покушением, мне не сдобровать. Нам тоже светиться ни к чему. Тогда у меня есть другой вариант. Не понял. У Батырова есть враг, личный враг. Он хочет отомстить. Он ликвидирует Батырова, а мы ему в этом поможем. А потом, ведь личный враг Батырова может случайно... Понимаю. А главное, и я, и ты вне подозрения. Значит, моя задача – выкурить Батырова из Карахада. А дальше наша забота. Вращайте, Леонид Сергеевич. Пошло? Отлично. Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Здорово. А что у вас с профилактикой? Сейчас завязались. Хозяин машины просил держать боевую готовность. Ясно. Чего ты хотел? Да тут такое дело. В отпуск не пущу, работы валом. Да нет, Леонид Сергеевич, на минуточку, а? Пару слов. Володь, сейчас я подойду. Что случилось? Леонид Сергеевич, мне тут курсантка хочет провести внеплановый вечерний полет, а? А в космос она не хочет? Леонид Сергеевич. Нет, Вася, не разрешаю. Леонид Сергеевич, она талантливая. Правда, правда, толковая девчонка с куражом. Приударить, что ли? Нет. Как фамилия? Панова Елена. Ну, журналистка. А, помню. С характером девица. Ну? Нет, Вася. Да, и вот еще что. Я уезжаю тут на несколько дней. Останешься за меня. Хорошо. Ну, смотри, чтобы здесь все нормально было. Вот. Ну, давай. Володя! Давай еще разок. Пошло. Алло. Алло. Лен, привет, это Василий. Хорошие новости или плохие? Плохая, думаю. Запретил вечерние полеты, притом категорически. А хороший он и едет, и мы скоро полетим. Вась, ты золотой. Только это между нами. Все, поняла, молчу, как рыба. Ладно, все, давай, пока. До встречи. Давай. Ой, Кимушка, привет. Привет. Как ты? Я смотрю, ты себя не утруждаешь присутствием на работе. Кимушка, ну я же уже здесь. Ну что за Кимушка, Лен? Ну оставь ты это понебратство. Я все-таки главный редактор популярного издания. Простите, Ким Игоревич, погорячилась. Лен, у меня для тебя есть срочное задание. Стоп, подожди, у меня Волгина. Ну что делать, Лен? Ну подожди, вот твоя Волгина. Мне нужна статья о Камалджоне. Это что за зверь? Лен, это не зверь. Это художник. А. Камалджон, всемирно известный художник, выставлялся в Америке, в Европе, а наши, с позволения сказать, галеристы, наконец-то удосужились его пригласить. И откуда этот гений? Из Хаджистана. Вау. Лен, оставь свой этот имперский снобизм, а? Да
Да боже мой, Кимушка, ну откуда у меня он? Я вполне допускаю, что и в Хаджистане может родиться гениальный современный художник. Лена, перестань ерничать, а? Все, молчу. Так, и что от меня требуется? Лен, догадайся с трех раз, а? Ну, естественно, материал от тебя требуется. Кимушка, Ким Игоревич, неужели некому, кроме меня, сделать этот материал? Леночка, представь себе, некому. Ну, это даже не мой профиль. Мне интереснее репортажи, журналистские расследования. Подожду твои журналистские расследования. Ну, у меня правда зоопарка с Волгиной. Ее мемуары уже... Послушай, ты у Волгиной работаешь или у меня? Тебе, между прочим, в детстве ее стихи читали. Ей надо помочь. Согласен. В свободное от основной работы время. Ким, у меня сейчас идея гораздо интереснее вот этого хаджистанского чуда. Ну, правда, достала уже вся эта мода на Восток. А там, ну, бомба. Отлично. Давай после Камалджона, ладно? Он, кстати, уже в Москве. Тебе день на подготовку, послезавтра ты едешь к нему на интервью, и чтобы к началу выставки материал лежал у меня на столе. М? Слушай и повинуюсь, мой господин. Лен! Надежда Яковлевна, я пришла. Надежда Яковлевна. Вы дома? Надежда Яковлевна. Где тебя леший носит? Опять пробки в метро? Я был в базе управления. Ну? По бармену у них ничего нет. Ну, понятно. А вот у меня есть. Предчувствия меня не обманули. Воронович Кирилл Григорьевич, хозяин кафе, пару лет назад проходил как подозреваемый по делу о распространении наркотиков в одной из дискотек. А потом как-то очень лихо перешел из подозреваемых в разряд свидетелей. Да, Платов, слушаю. Есть. Пойдем. Отчет требуют. Я ничего не успеваю, как ты не поймешь? Ребят, вот. Я вообще ничего не успеваю. Ты обалдел, что ли, совсем? Аккуратней!
Не дрова же! А? Да не, не тебе, тут у меня рабочие. Называется рабочие. Ладно, я перезвоню. Давай. Фарад, скульптуры привезли. Товарищ генерал. Есть. Есть. Будем держать в курсе. Так точно. Есть. Товарищ генерал, у меня и так дел по горло. Ну, почему я еще должен заниматься этими суицидами? Потому что покончил с собой заслуженный человек. Ну и пусть занимается этим кто-нибудь другой. Так, давай, капитан, мы остановим все истерики. Известная поэтесса, фамилия Волгина, слыхал такую? Нет. Вот я тебе и говорю. Заслуженный человек. И что? А то. А то, что мне позвонило мое начальство и приказало в этом деле разобраться досконально. И поручить это дело одному из лучших следователей. С каких это пор я стал лучшим следователем? Так, все, ноги в руки и на адрес. И завтра, чтобы в 9:00, с докладом у меня в кабинете. Все ясно? Товарищ генерал, у меня заказуха, двойное убийство. Я все сказал. Василий Петрович, мне нужно установить наружное наблюдение за фигурантом по делу об убийстве в кафе. Основание? Моя интуиция. С каких это пор твоя интуиция стала основанием для наружного наблюдения, да? Ну, с тех пор, как я стал лучшим следователем управления. Уел? Ну, а если серьезно? А если серьезно, зацепок нет, а наблюдение за хозяином этого кафе может дать какие-нибудь результаты. Хорошо. Даю добро. Спасибо. Ну, завтра в 9:00 с докладом у меня. Слушаюсь, товарищ генерал. Что за херня? Косяк дай. Так, ну-ка убирай свою колымагу отсюда. Я тебе говорю, убери это! Я тебе говорю, убери! Что сказал, ты убирай, говорю! Эй, алло! Я не понял, ты куда пошел-то, алло! Наденька не бедствовала. У нее была довольно приличная пенсия. Ее стихи переиздавались. У нее не было причин для самоубийства. Скажите, а кто обнаружил тело вашей сестры? Леночка. Леночка, а фамилия какая у нее? Лена Панова. Панова. Журналистка. Она помогала Наденьке работать над мемуарами.
Вера Яковлевна, а скажите, ничего не пропало из квартиры? Как будто ничего. Вроде все на месте. А вы проверяли? Нет. Как-то не пришло в голову. А скажите, у вашей сестры были какие-нибудь особенно ценные вещи, там, ювелирные украшения? Да, были. Они что, пропали? Ну, я не знаю. Это легко проверить. Ой, ой, да. Ой, что-то голова совершенно не соображает. Конечно, конечно, сейчас. Сидите, сидите. Я сейчас. Нет. Нет, я сказал. Я сказал 50%. Все. Звонил мой человек. Все идет по плану. Хидоятов его спугнул. Батыров срочно выезжает с Карахада. Звони Зубовым немедленно. Давай отмашку, пусть вылетает прямо сегодня. Он летит не один. Друг. Практически его родственник. Бывший спецназовец. Ладно. Отвечаешь головой. Вот. Шкатулка. Наденька очень любила все эти побрякушки. За годы у нее скопилось их достаточное количество. Ну, скажите, все на месте? Правде говоря, я не вела счет ее драгоценностям. Вроде бы все. Хотя... Что? У Наденьки был один гарнитурчик. Сережки и колечко с бриллиантами. Угу. Я его не вижу. Точно? Точно, его здесь нет. Самолет проверили? Да. Последние инструкции и двинули. Есть информация, что Батыров уезжает сегодня ночью из Карахада. Сюда смотрите. Батыров направляется в город. У него там есть дом типа ранчо. Он называет это местечко Саиф. Где точно находится этот Саиф, мы пока не знаем, но район известен. Вот здесь. Есть один участочек, который он не минует 100%. Вот. Этот участок дороги надо заминировать. Это узкое место, и машину Батырова вы не пропустите. Два джипа. Полкилометра от нужного вам участка дороги находится схрон. Взрывчатка, оружие. Сюда забиты все координаты. Ну что, Лёнь, есть реальная возможность отомстить за дочь.